как это не благо, и когда слышит свыше ей, сходя тебе со светом и тебе славу, и благодарение по мане не высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Вот сказали, что Саша, который меня приветствовал, тихо говорил: дай Бог, чтобы на наших улицах побольше такой было молодежи, которые так скромно и тихо говорят. Это наша цель. Дать в сердце людям милосердие, любовь для того, чтобы вот это был прочный фундамент строящейся, возрождающейся нашей страны, нашей России.